Добрый день, дорогие друзья! Центральный пляж города Анапы продолжает принимать матч Олимбет Кубка России по пляжному футболу. Ангер не стал бить по воротам. Наброс на Житецкого. Житецкий бисеклету исполняет. Заблокировали Паулу на подборе. И теперь Паулу делает то же самое. Ближний угол. Что там написано? Ну, стараемся привыкать. И... Заброс и удар бисеклета Иван Востриков. 1-0 спутник. Выходит вперед на четвертый. Мяч перехватил. Пускай передача не самая удобная. Мяч по-прежнему под контролем спутника. Житецкий. 2-0 спутник. Да, лидер самарской команды. Мяч здорово обработал. Не бисеклет, это Федоров. Удар, и мяч выше перекладины проходит, но есть катит мяч под удар партнеру, но передача в итоге получилась не очень сильной. Чеснейк. Назад, Разнов ногами, зачем стал играть Разнов? И это Лукас. Лукас делает счет 3-0. Так и спутника. Пауло, как технично сейчас действует Пауло. Житецкий в дальний угол, 4-0. С передачи Пауло Энрике. Управляет дубль капитан самарской команды. 4-0. Самарский спутник впереди. Большое преимущество. Не только по счету, но и по игре. У самарской команды тут же Тангер. Тангер очень легко от соперника ушел в центр. Тангер бьет по воротам. Разнов на месте. Разнову, конечно, удар по команду от еще одного пропущенного мяча. Тангер. Ну вот она, машина пошла вперед. И удар по воротам. Как сейчас легко оттеснил своих соперников периода, конечно же. Первые третьи игры. Востриков бисеклета. 5-0. Иван Востриков. Либо не поняли, что им делать. Но вот Востриков понял, что ему делать в такой ситуации. Великолепно пробил. Ближний угол. 5-0. Южан было очень немного. А вот и шанс. Халява, Йоситров! Не самый простой удар потащил голкипер. Житецкий в отборе здорово действует. Житецкий лезет дальше. Житецкий. Бисеклета снова в ближний угол. Разнов спасает. Далее спутник 5-0 ведет очень уверенно в этом эпизоде. И мяч своей команде вернул. Хотя, казалось бы, Разнов его вот-вот заберет. И могло это голом завершиться. Басов сейчас... Разнов. Удар по воротам. Выше перекладины. Ну, как кажется, контролирован Ситров. Лукас мощно бьет. Какой шедевр от Лукаса. В самую девятку мяч отправил. Четвертый номер самарской команды. И 6-0. Удар по воротам, а Ситров. Пауло. Хороший перехват от бразильца. Пауло смещается в центр. Пауло бьет. Это 7-0. Это 7-0, очень простой и будничный гол для 11-го номера. Все команды сохранить, но так как только добрались до чужой штрафной, практически в итоге потеря. Житецкий, бисеклета. Мяч у спутника остается. Еще один удар. И где мяч? А мяч в сетке. Андроник Чабанян. 8-0 уже. Да, 8. Пока разгромную победу одерживает. Говорю пока, потому что еще 8 минут играть, мало ли что может поменяться. Но пока еще одна атака и 9-0. Вот это пушка сейчас. Это Андроника Чабаняна. Дубля. Федоров бьет. Басов принимает удар на себя. В итоге отскок в пользу Вострикова. Востриков мяч получил. Востриков бисеклета. Кстати говоря, остался. Снова Ситров его получает. Передачу на Басову. Хороший пас. Басов бьет. 10-0. 10-0, Дмитрий Басов. Пауло. Тангер снова мяч получает. Пауло. Снова Тангер. Бисеклета от Тангера. Но... И вот удар по воротам. Осетров выручает добивание. И снова Осетров. Спутник одерживает первую победу на втором групповом этапе. 10-0. Обыгрывает самарская команда «Детонатор», чем мы их, конечно же, и поздравляем. Ну, а Южан... Призываю не расстраиваться еще.